Внутри лежала вот такая памятка. И... Та-дам! Какая она красивая! Дняком заработал для этого, так как у меня письмо шло более полгода, то через 2 месяца неактивности симки они ее блокируют. Для этого нужно снова подать заявку, только указать, что у вас уже есть симка. После этого вводите фотки паспорта, и на следующий день они вам подтверждают, активируют новый номер, который вы выбрали там. После этого надо сделать ручные настройки интернета. Вот, идете в настройки сюда, потом тапаете еще мобильные сети, точки доступа APN. Создаете имя любое, APN, вот этот берете. Интернет-даником.ру, остальное ничего не надо вводить. Сохраняете его. Вот тут вот сохранить. И все, и после этого он у вас начинает работать. Но вот в Алексине Ешка, Ашка, такое себе. Но зато вот целый их дают. Гих в месяц бесплатно. Сейчас покажу. Приложение скачал в Play Market мой Донником. Вот один гих, 30 минут на все номера, 50 смс-ок. Так что всем рекомендую, как халяву. И всем пока.